Иисусу Христу во веки веков. Амин. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствуем вас в нашей общине Божьего Милосердия. Мы с вами, отец Якоб и брат Алексей, который готовит видеоматериалы, продолжаем наши размышления о катехизисе, католической церкви. Сегодня давайте поговорим о тайнах жизни Христа. Номера в катехизисе 512 по 570, 512 по 570. Находимся во второй главе символа веры, той, которая касается как раз второго лица Троицы, веру в Иисуса Христа. Интересная вещь, что символ веры говорит нам лишь только о воплощении и о смерти и воскресении Иисуса Христа, и ничего нам не говорит о тайнах сокровенной жизни Иисуса и общественной жизни Иисуса». Это не обозначает, что они не имеют значения. Они где-то скрываются под двумя фундаментальными истинами веры о боговоплощении и о смерти и воскресении Иисуса Христа, в которых на самом деле открывается и наполняется своим светом вся жизнь Иисуса, та и сокровенная, и та общественная. Катехизис продолжает поэтому наши э, с вами размышления о тайнах жизни Иисуса и говорит, что вся жизнь Иисуса есть тайна. Уж чтобы правильно понимать вот эту часть катехизиса, надо было бы нам прочитать из Нового Завета, например, Евангелие от Луки, в которых где-то очень подробно рассказывается о тайнах жизни Иисуса, тем более тайнах сокровенной жизни Иисуса, его детстве, то, что там вообще написано. И сразу появляется вот первое наблюдение, которое говорит катехизис. Ну что ж, тексты, которые у нас остались, и симнаптические, и Евангелия, все, что знаем о этой жизни Иисуса, это очень мало. Это не в состоянии насытить наше любопытство. Эти книги, которые нам даны Евангелия, это не автобиография, не биография, не, это не такие тексты, которые можно было бы считать абсолютно верными какими-то историческими текстами по образу современных биографий, которые составляют нам некоторые авторы. Что ж такое на самом деле? Тексты, которые нам остались, они на самом деле, их авторами, были люди, наполненные верой, которые где-то присутствовали, были рядом или непосредственно от первых источников слышали эти истории. Но в этих историях прежде всего считалась вера как самый главный элемент. Те, которые составили и передавали эти тексты, хотели поделиться своей верой. Поэтому видим, эти тексты не для того нам даны, чтобы насыщать наше любопытство чисто человеческое, но прежде всего, чтобы наполнять нас верой. Поэтому мы говорим, что вся жизнь из тайна, эти тексты это тайна. Тайна в этом плане, что они через этих текстах нам приходит и открывается Слово Божие воплощенное, Сын Божий. А те, которые это составили, они дали нам свидетельство своей веры. Евангелие написано людьми, которые были среди уверовавших первыми и хотят, чтобы другие разделили с ними их веру. Этот принцип должен всегда сопровождать нас, когда читаем тексты евангельские. Тексты, которые не настолько хотят нас, как сделать и дают нам исторический учебник, но прежде всего дают нам свидетельство веры. И так говорится, что в этих текстах приходит к нам Иисус – в нем обитает вся полнота божества телесно. И самое интересное, его человечество является таким образом, как таинство, то есть знамени и орудие его божества и спасения, которые он приносит. То, что было зримо в его земной жизни, приводило к невидимому его богосыновству и его искупительной миссии. Его жизнь является таинством. Его человечество является таинством. Видимый знак невидимой благодати. В этой видимом знаке человечества есть знамени и орудие божества и спасения, которые он приносит. Очень интересное определение. Есть некоторые общие тайны жизни Иисуса Христа. Номера 516 по 518. Что в этих тайнах на самом деле находится? во первых вся жизнь иисуса есть откровение отца в иисусе христе в его словах и деяниях в его молчании и страданиях в его образе жизни и речи приходит нам на самом деле сам господь бог и поэтому и в его действиях исполняется воля отца в его лице видим милосердный лик отца вся жизнь иисуса есть откровение отца во-вторых, вся жизнь Иисуса ⁇ это тайна искупления. Мы очень часто думаем, что искупление совершилось на древе креста через смерть Иисуса, через его кровь, кровь распятого. Но эта тайна, тайна искупления действует на протяжении всей жизни, а смерть на кресте была кульминационным моментом. Искупление, которое нам Иисус дает, оно совершилось с самого первого момента существования в человечестве Иисуса Христа. И все его тайны, тайны его жизни, они содержат именно и этот элемент. То есть для нас искупление. И вся жизнь, третий момент, на который обращают этой здесь внимание, вся жизнь Иисуса есть. Тайна рекапитуляции. Интересное слово. Что ж такое рекапитуляция? Это соединение мира под главою Христом. Читаем 518. Все, что Иисус сделал, сказал и претерпел, имело целью восстановить падшего человека в первоначальном призвании. Значит, Вся жизнь, все тайны, все события, которые были, о которых мы знаем и о которых мы не знаем, на самом деле в этих тайнах Господь восстанавливал падшее человечество. Во всех этих событиях, в радостях, в трудностях, в, в человеческих проблемах, которые пришлось Ему решать в страдании и в смерти, все это было восстановлением падшего человека. И тут поэтому, если и тайны жизни Иисуса Христа – являются для нас таким образом доступными, и мы призваны к этому, чтобы в ним но, соучаствовать. Если мы о них читаем, мы читаем не только о тайнах жизни Иисуса, но мы должны чувствовать, что это из приглашения для нас, призыв, чтобы мы последовали за Ним и участвовали в тайнах Его жизни. И через эти тайны и нам дано с вами откровение Отца, и нам дано искупление через подражание, через его примеры, через силу, которую в нем находим, и мы, и для нас оно становится искупительным, и наше человечество падшее восстанавливается. И дальше Катехизис рассказывает более подробно о тайнах жизни Иисуса. Конечно, это было, надо было бы составить, отдельный учебник, тут есть только, ну, в общем, прикосновение к некоторым важнейшим событиям. Это хизис разделяет тайны жизни Иисуса на две части. На тайны детства и сокровенной жизни Иисуса и затем на тайны общественного служения Иисуса. Давайте по очереди тайны детства и сокровенной жизни Иисуса. Ну что ж... Здесь речь идет о промежуток времени, достаточно большом с момента, но, в общем, рождения самого Господа до момента, я бы сказал, его крещения. Сколько это лет? Мы точно не знаем. Тридцать-тридцать с лишним лет. Где-то так традиция нам говорит. Ну и, как мы знаем, с текстов евангельских очень мало какой-то информации чисто человеческий к нам приходит. Сами знаете, что, что касается тайны детства Иисуса Христа, здесь речь есть и только о подготовке, приготовлении, о миссии Иоанна Крестителя, о том, что он готовил пути Господу, ну, своего рода приготовлений. Пророк Всевышнего, больше всех пророков, прямой предтеча Господа, посланный, чтобы приготовить ему путь. А уж самой жизни Иисуса, ну что ж, у нас есть тайна Рождества, во-первых, Иисус родился в смиренной нищете хлева, в бедной семье, простые пастухи, первые свидетели события, в этой убогости открывается слава небесная. С церковь не устает воспевать славу этой ночи. Но стать, как дети, по отношению к Богу. Это условие вступления в Царство Небесное. Насыщаемся этой сценой, наслаждаемся, питаемся, чувствуем себя приглашенными, и каждый из нас становится участниками Рождества Христова по мере того, как становится смиренным, скромным, нищим. Тогда слава вифлеемская и попадает и в наши сердца. В да тайнах детства Иисуса содержатся лишь только некоторые события события, которые связаны с исполнением закона и родителями Иисуса, а с другой стороны, с теми моментами, достаточно печальными, как бегство в Египет. На первом месте стоит это обрезание. Восьмой день, по прошествии восьми дней, от его рождения, в знак его вхождения в потомство Авраамова, в народ Завета, его подчинения закону, его посланнического участия в благопочитании Израилевым, совершается одним обряд обрезания и, что ж, из другой стороны, получает имя, свое имя. Тогда было названо как все обращают внимание отцы церкви, это был первый момент, первая отдача жизни самого Иисуса. Кто-то почти говорит, первые капли крови, которые он провел на человечество, это было восьмой день обрезания. Затем богоявление. Особый момент и богоявление, которое названо катехизисом явлением Иисуса как Мессии Израиля, Сына Божия и Спасителя мира. Помним, что это событие скрывает в себе в некоторых традициях также крещение Иисуса и также э, 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 Вердане, а также брак Эвкани Галилейской. В нашей западной традиции центральные события, которые воспоминаем под тайной богоявления, является что ж, посещение пришедших волхвов из Востока, в которых мы видим ну, вот первых язычников, которые приносят свои дары, почитают этого младенца и прославляют его таким самым образом, но и выражая также свою веру. Мы видим вместе с Евангелием, видим в этих людях начаток народов, которые примут благую весть спасения через воплощение. И знак того, что язычники – тоже призваны к этому, чтобы принять Божие Слово. Уже тогда богоявление. Затем сретение события, которые происходят на сороковой день после рождения, среди них, которые происходят в Иерусалиме, показывает Иисуса как первенца, принадлежащего Господу, представление в храме, так называем этот праздник. Симеон и Анна, в них видим, как это средоточие и центр всех чаяний Израиля, все ожидания и надежды, они принимают Иисуса, прославляют и, приз... и как сказать, принимают его как обещанного миссию. И сбились пророчества. Под Духом Святым все это происходит. Скромные, смиренные, нищие, первые, которые увидели в Иисусе, кроме пастушков, видели и приняли самого Иисуса как миссию. А дальше появляются события, связанные с ну, достаточно печальным моментом бегства в Египет, избиение младенцев. О чем нам эти события говорят? Ну что ж, было в такой момент, Иисус, Иосиф и Мария вынуждены были спасаться бегством. Но какая здесь тайна скрывается? А вот Соф, следующее. Вся жизнь Христа проходит под знаком гонений. Близкие ему люди разделяют с ним гонения – его, то есть, и мы видим, уже тогда появляется некая борьба, которую этот младенец, свет, который он приносит, совершит со тьмой. И уже с первых моментов его существования будут такие, которые будут, захотят его уничтожить. Борьба продолжается по сегодняшний день, и будут те, как длинная история христианства, которые хотели бы стереть, уничтожить и его, и его память, и его учеников. И мы не должны об этом забывать. Это есть неотъемлемая часть Евангелия. Дальше в сокровенной жизни Иисуса мы очень мало знаем. Мы знаем, что Иисус был поддан своим родителям, что он послушный, воспитывался в Назарете как любой другой человек, не отличался какими-то особыми качествами, которые, -то на которые бы евангелисты обращали внимание. Видимо, всеми вокруг, соседями, близкими, считал себя нормальным парнем, развивающимся. Может быть, какие-то особые характеристики были, но тексты нам об этом не говорят. Я говорю канонические, потому что неканонические апокрифы Нового Завета пытаются при помощи ну, в очень богатой иногда порой фантазии представить эти, этот, этот период из жизни Иисуса, который во мраке, послушание, развитие, э, семейный круг, э, освещается таким образом и самя семья из Назарета, и каждая из наших семей. Но есть еще момент обретения Иисуса в храме, единственное событие, которое прерывает молчание Евангелия о сокровенных годах Иисуса. Иисус уже тогда, двенадцатилетний в храме, помните, но вот приоткрывает тайну своего богословства, говорит о том, что принадлежит Отцу, чего вы хотите от меня, мой отец там, мои дела здесь но так или иначе в повиновении, в послушании возвращается к себе и но ну, в духе растет, развивается. Что ж за тайна? Богопослушание. В этой тайне послушания земным родителям открывается нам тайна и послушание Иисуса Небесному Отцу. Как в жизни, в ежедневности был послушный, так и во, ну, в общем сказать, в Божьих замыслах тоже был послушный Отцу. Особым образом это послушание и исполнение воли Отца ну где? В, современном, в общественном служении Иисуса проявляется. Итак, подходим к очередной части, второй части жизни Иисуса, тайны общественного служения Иисуса. Можем себе представить, что опять здесь очень сжато и в очень сжатой форме все это будет представлено номера 535 по 560 тайны общественного служения. Иисус с точностью не знаем, сколько продолжалось это служение. Кто-то говорит три года, кто-то говорит год-полтора. Из Евангелия точно у нас нет ясной картины. Опять, неважно. Подробности исторические, не составляем исторической биографии, составим историю, которая дает нам веру. Первым моментом, фундаментальным для служения Иисуса, событием, которое скрывает огромную тайну, это крещение Крещение Иисуса в реке Ярдан. Богатая традиция, богатые богословия. Помним, Иоанн крестит в Ярдане Иисуса. Наступает явление Иисуса как Мессии Израилева, Сына Божьего. Глаз глаголющий, сей есть мой Сын возлюбленный, в Который мое, воз... мое благоволение. Святой Дух в виде голубя не сходит на Иисуса. Начинается Его служение. Иисус таким образом формально принимает миссию стражущего служителя, тот, который пришел как миссия, оказывает солидарность с грешниками, входит в Ярдан, где очищаются люди от грехов, и он этот грех принимает на себя. Он начинает таким образом исполнять волю Отца становится чем? Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, а принимание Духа Святого на себя тогда станет источником этого духа для всех. Короче, в, в, в событии крещения открывается некий ключ для понимания всех слов, событий и действий, которые в дальнейшем Иисус будет действовать. Затем видим, что Дух Святой ведет Иисуса в пустыню, и там наступает момент искушения. Эти искушения имеют спасительный смысл. Это не только то, что Иисус нам показывает, как бороться с сатаной, что не, что существует, что всяческим образом толкал, пытался отвести Иисуса от его спасительной мысли, миссии. Но точно так же тот же самый злой дух будет действовать и на нас, учеников Иисуса. Но в Иисусе мы победили. Он победил и, в, и через него и мы побеждаем. Поэтому это событие, говорит нам катехизис, имеет спасительный смысл. Иисус есть новый Адам, остающийся верным там, где первый Адам поддался искушению. Иисус в совершенстве исполняет призвание Израиля в противоположность тем, кто когда-то на протяжении сорока лет бросал вызов Богу в пустыне. Христос является как отрок Господень, полностью послушной божественной воле. Дорогие, ну и что ж, начинается его общественное служение, крещением. А чего касалось это общественное служение? Что было главным вопросом, задачей? Это сказано в самых первых словах Евангелия от Марка. Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это миссия, это задача, это то, чем будет жить Иисус. Значит, первым делом это Царствие Божие, которое провозглашает Иисус. Иисус, чтобы исполнить волю Отца, положил начало Царству Небесному на земле. А что это такое, это Царство? Отвечает катехизис. Воля Отца, значит, это Царство Божие. Это возвысить людей до участия в божественной жизни. Царствие Божие – это не что иное в нашей жизни, как постепенное через Иисуса с Иисусом возвышение нашего, наше с вами, участие в божественной жизни. Как это Иисус делает, как Он создает это Царство Божие, как Он делится божественной жизнью, а вот собирая людей вокруг своего самого себя, это, это собрание есть Его Церковь. Иисус возвещает, это царство Божие. Кому? Кто является адресатом этого царства? В отличие от верования Ветхого Завета, все люди призваны войти в это царство Божие. Не только некоторые, не только праведные, не только те, которые родились в какой-то традиции. Абсолютно все. И святые, и грешники. Но грешники имеют какую-то привилегию, чтобы получить, чтобы войти в это царство Божие. Надо принять Слово Божие. Особым образом расположено к этому Слову Божьему и милосердию, которое через это Слово дается, это бедные и нищие, то есть те, которые захотят принять его со смиренным сердцем. Своего рода условия принятия этого, этого Слова, когда человек оказывается недостойным, который с нищим, слабым, никакой гордыни, никакого тщеславия, только смирение. «Господи, принимаю, что Ты хочешь сказать». Особым образом Иисус обращался со своим словом, правда, к грешникам, мы говорим, к грешникам. Ну что ж, те, которые считали себя, в кавычках, святыми, праведными, не нуждались в слове исцеления. Зато очень часто за Иисусом шли те, которые, которые ситуация с духовной точки зрения была безнадежная. Поэтому Иисус приглашает на пир царства, прежде всего, грешников, тех, которые нуждаются в благодати Божией. Они, как первые адресаты, нищие, бедные грешники, которые через покаяние и принятие Божьего Слова станут и Его учениками. Дорогие, Иисус об этом царстве Божьем говорит различными способами, но привилегированным способом являются притчи. Притчи, которые взяты из ежедневной жизни, которые состоят как будто из двух частей. Из рассказа чего-то, что касается нашей жизни, а потом вторая часть переходит на эту духовную, плавную. Это не сказка, это не мифы, это особый литературный жанр, который Иисус, которым Иисус пользовался для того, чтобы каждый мог почувствовать это слово и каждый мог бы позволить себя вовлечь через эту притчу в эту реальность Царства Божьего. Но кроме притч, очень важным моментом, элементом провозглашения Царства Божьего, этого желания Бога возвысить людей к божественной жизни, были знамения Царства, то есть многочисленные чудесна и знамения, которые показывали, что Царство Небесное в нем. Они подтверждают, что Иисус есть возвещенный Мессией. Дорогие, таким образом, различные есть знаки, чудеса, знамения, те, которые касаются здоровья, болезни, одержимости, смерти, воскресения. Есть те, которые касаются чудесных умножений, например, хлеба. Или те, в которых Иисус контролирует, успокаивает, смиряет бурю. И есть те, в которых Он видит и как-то действует на другого человека. Всякие разные. Но видно, что таким образом действует в Нем и сила Божия что на самом деле Творец пришел и успокаивает, исцеляет, наполняет созданную им природу. Иисус поэтому приходит как Творец, а Царство Божие это восстановление этого изначального порядка, который когда-то был в райском саду, а сейчас он был утерян. И вот в Иисусе он восстанавливается. Дорогие ключи Царство Небесное, очередная вещь. В этом Царстве Иисус, в этом, который возвещает, устанавливает, ну, своих учеников выбирает двенадцать, среди них выбирает Петра, который занимает первое место. Им эти двенадцать как коллеги, а затем и Петру, Петру доверил ему особую миссию. Благодаря Откровению он получает от Отца, но верю, Ты Христос, Сын Бога. За это он получает в ответ от Иисуса слова «Ты, Петр, и на сем камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Как подчеркивает катехизис, Иисус наделил у Петра специфической властью. «Дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, что будет связано на небеса, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах говорится «власть ключей», которая дана Петру и, как мы считаем, и всем его преемникам, епископам Рима. Чего власть ключей касается? Управлять Домом Божьим, каковым является Церковь, быть пастырем, учителем. Предвкушением Царства Божьего является преображение, где Иисус дает себе в человечестве своем увидеть, как Бог. Это Он на самом деле есть Царство Божие, и в нем ученики, апостолы, этих трое на фаворе, видят эту славу. Эта слава потом коснется Иисуса воскресшего э, в, э, в полной мере, но и нас тоже ждет по мере того, когда мы будем становиться участниками этой славы. Дорогие, вхождение Иисуса в Иерусалимский храм. И, и это и есть событие уже, которое знаменует начало Царства Божьего, которым инаугурацией в принципе будет не только жизнь, но и восхождение Иисуса на этот престол особый, которым является его крест. Это и есть мессианский вход в Иерусалим, мессианский торжественный, в котором мы видим уже начало того торжественного пришествия Иисуса, который совершится во славе когда-то в конце веков. – это явление пришествия Царства Небесного, который Царь Христос, принятый в городе детьми и нищими духом, совершит Пасха и своего распятия и воскресенье, а в последний день придет нам, как в славе своего воскресенья. Иисус входит в Иерусалим, зная об этом, что его ждет. Поэтому видим, вся жизнь Иисуса и сокровенная, тем более с общественное служение ведет к чему? К этому финальному акценту, то есть смерти и в воскресенье, где находит свое подтверждение и где находит свой смысл вся его жизнь. Дорогие, тайны жизни Иисуса, номера 512 по 570, тайны жизни, которые приходит к нам Сам Отец, в которых видим лик Отца, в котором мы, мы искуплены, в этих тайнах жизни и также и находится наше восстановление нашего человечества – по мере того, как мы прикасаемся к этим тайнам, живем и размышляем этими тайнами, эти тайны, как-то сказать, напитывают, питают и нас. И мы по образу самого Иисуса, Господа, через Его человечество и в Его человечеством становимся подобными Ему, Его силой. Царство Божие начинает жить в нас, а мы возвращаемся в той изначальной гармонии, которая была утрачена, утрачена нашими прародителями. И сейчас в течение нашей жизни оно потихоньку восстанавливается, но полноту приобретем когда-то во славе. Славе, которые видели трое уже вот на фаворе, но славу, которую потом, как воскресшего, и видели ученики после воскресения. Пусть эти тайны жизни Иисуса освещают и нас. Номера 512 по 570. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И длиннее и присно, и во веки веков. Аминь. Господь с вами, и со Духом твоим. Да благословит вас Всемогущий Бог Отец, и Сын, и Дух Святой. Аминь. Иисус, уповаю на тебя.